Все на субботник. С таким девизом чебоксарцы в минувший уикенд вышли на борьбу со снегом. Первый общегородской субботник решили провести в мемориальном комплексе «Победа». В большой уборке приняла участие и наша съемочная группа. Любимое место чебоксарских молодоженов, гостей города и туристов. Сюда поднимаются для того, чтобы увидеть историческую часть столицы во всей красе. В этом году Небесная канцелярия снега не пожалела. И если территория у Вечного огня уже освободилась от белого покрывала, то в аллеях снега предостаточно. Работы всем хватает. К этой работе мы подготовились, обеспечили инструментом, перчатки, лопаты. Самая главная сегодня задача – это ворошить снег, чтобы он быстрее растаял, чтобы мы могли приступить к уборке территории. 9 мая на носу. Здесь соберется весь город. И честь и хвала, если мы сделаем это все своевременно, и будет чисто и уютно как ветеранам, так и горожанам. Одна лопата, пара рук, азарт и рыхлый снег начинает таять на глазах. Именно такую цель – помочь лужайкам и пригоркам побыстрее освободиться от сугробов – поставили для себя участники «Снежного субботника». Сегодня мы разбрасываем снег, убираем лед с площадки, брусчатки, чтобы быстрее растаял и парк приобрел свой вид ко Дню Победы во всей красе, чтобы люди раньше сюда приходили, радовались. Если любишь свой город, то есть он, и чтобы он был чистый, то есть нужно принимать активное участие в этом. Больше, в принципе, ничего. Как у себя дома должен быть чисто. На субботник вышли не только студенты, преподаватели, но и те, кто свой выходной день мог провести на диване перед телевизором. И помимо физической работы, все участники получили и заряд положительных эмоций. Ну, лопаты снег кидать не тяжело. С друзьями весело вывели. Работа объединяет. Сюда приезжают все-таки туристы. Самое такое место в Чебоксарах известное. Красивое, чистое. Субботники только начались. Продлятся они вплоть до 11 мая. За это время участникам акции придется навести порядок в 19 скверах и аллеях, ликвидировать несанкционированные свалки, высадить 3500 деревьев и 7500 кустарников. Экологические акции пройдут также в лесных массивах, прибрежных зонах малых рек и на территориях, прилегающих к родникам. Мы утвердили график проведения акции по уборке и график по посадке зеленых насаждений. Они у нас на весь период с 1 апреля по 11 мая. Следующие выходные будут уже, количество акций будет увеличено, ибо у нас уже определенные участки освободятся от снега. Но хочу сказать, что на комплекс Победы следующий выходной мы также планируем провести такую же акцию. Там, где будет освобождено из-под снега, будем убирать территорию. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.